Несладкая жизнь. День борьбы с диабетом объявлен Всемирной организацией здравоохранения 14 ноября. Этот недуг входит в тройку заболеваний, которые часто приводят к смерти и инвалидности. В Ангарске число больных сахарным диабетом превышает 8 тысяч. Из них 40 детей и 4 подростков. Сегодня в лечебных учреждениях прошли мероприятия для таких горожан. К примеру, в МАНО все желающие могли измерить глазное давление методом бесконтактной тонометрии. Все для пациентов было сегодня и продолжается до сих пор. Измерение уровня сахара в крови, холестерина, измерение артериального давления у нас сейчас. Как бы осмотр специалистами был, рассказывали про денос-терапию, кофе-брейк, лекции специалистов, окулистов. Мероприятия для детей, больных сахарным диабетом, пройдут недели позже, 20 ноября, днем в 4-й поликлинике.